Екатерина Архарова родила сына. Ребенок появился на свет в одном из московских перинатальных центров. Екатерина тщательно подготовилась к рождению первенца. Поклонники поздравляют ее с этим счастливым событием. Екатерина Архарова впервые стала матерью, актриса родила сына. Счастливым событием поделился супруг кинозвезды, опубликовав трогательный пост в Инстаграм. «Моя родная, спасибо за сына. Теперь я папа, самый счастливый папа на свете», — написал Артем Илясов. Ранее Катя признавалась, что против присутствия мужа в столь интимный момент, поэтому, вероятно, мужчина во время родов находился в коридоре. К слову, несмотря на привязанность и любовь к Италии, где Архарова проживала с детства, для появления на свет первенца она все же выбрала московскую клинику. Чтобы уделять как можно больше времени подготовке к рождению малыша, Архарова ушла в декретный отпуск и отказывалась даже от самых заманчивых предложений. На странице в социальной сети актриса часто спрашивала, как подготовиться к прибавлению в семье, и делилась некоторыми деталями о своем положении. «Моему мужу очень повезло. В ночи ни разу не пришлось ехать за тушенкой или искать подснежники в январе. Правда, иногда люблю полакомиться маринованными мозгами мужа», — рассказывала она. За 2 недели до родов Екатерина призналась, что немного поправилась во время беременности. Прибавка в весе составила 12 килограммов. «На самом деле почти не поправилась. А вот домик для пузожителя вырос». Заключили договор с одной из московских клиник на комплексное обслуживание, введение плюс сами роды. «Это дешевле, чем платить по отдельности», — поясняла звезда. Напомним, актриса вышла замуж за Артема Илясова в 2018 году. И буквально через некоторое время после свадьбы супруги начали планировать пополнение.